Эту неделю городская администрация работает в микрорайоне Клязьма-Старбеева. Глава городского округа Дмитрий Волошин ведет прием местных жителей. Главными темами остаются вопросы ЖКХ и благоустройства территорий. Главе обратились жильцы дома номер 4 по улице Москвина. Из-за проблем с кровлей дождевая вода попадает в квартиры. Анна Кочеткова, пенсионерка, живет на последнем этаже. Но сейчас ее жилплощадь непригодна для проживания. Квартиру топит. Полгода назад она обратилась в управление ЖКХ, чтобы разрешить ситуацию. Но проблема осталась. По словам коммунальщиков, задержка произошла по причине неблагоприятных погодных условий. Но сейчас все материалы закуплены и уже к 1 сентября кровлю починят. Все материалы куплены, все есть, ничего не мешает отремонтировать. А, тут неделя, максимум 10 дней работы на все про все. Давайте возьмем контрольную точку 15 числа. Мы в любом случае до 1 сентября я вам сделаю это гарантированно, но постараюсь сделать до 15 августа. Глава округа Дмитрий Волошин поручил управлению ЖКХ лично встретиться с жильцами, чтобы устранить проблемы, а ему направить фотоотчет о проделанной работе.